республіканському турнірі пляжного волейболу серед юнаків і дівчат віком до 16 років. Сьогодні четвертий день змагань. Розпочалися півфінальні зустрічі о 9 годині ранку. Всі чотири поля зайняті, дві хлопчачі команди, дві дівчачі. Зараз визначаються фіналісти. В цих іграх визначаються фіналісти. Потім буде ще гра за третє, четверте місце, а після фінал за перші дві місця. Представлені широкий спектр областей України. Звичайно, дуже гарно розвинений. Я роблю висновок сам, пляжний волейбол – це таки західні області України і південь, зокрема Херсонська область. Дякую. Ну, тут в Новой Каховке сделали такие поля для пляжного волейбола. Рядом сразу за спортзалом «Строитель» по проспекту Днепровскому. Он сейчас проходит чемпионат Украины по пляжному волейболу. Женские, мужские команды. Ми мали схожу картину буквально 3 хвилини 4 назад. У нас судьи, участники, зрители соревнований. Вот так. Огромное такое поле разделено на 4 маленьких поля. На всех 4 идут соревнования. Thank you.
Отличные поля сделали для пляжного волейбола. Вот кто не знает, расположены сразу за спортзал «Строитель». И вот, вот там, где плакат, и та участок измагань, за ним сразу начинается поле для стрельбы из лука. Вот правильно ты показал, правильно, только что надо сделать. Ты подивись, какие блок, что надо сделать. Да, четыре команды сразу играют, не получается снять так конкретно, то есть в общем эпизодами. Снимаю так, потому что комментатора нету, толком ничего не понятно. Так вот счет 8-8. 9-10 счет. Для чего ты это делаешь? Просто 13-6 счет. Чисто-чисто. Шоста, чья? Чья шоста? Девочки лучше играют, чем мальчики. Красивее получается. Есть. Тю. Девочки, а вы откуда приехали? Был там когда-то. Игра закончена. Прорыв. Так, снова подошли на площадку мальчиков. Давай, ты можешь. Ты можешь. Ты можешь. Ты можешь. Ты можешь.
Так, 22-20. Виталька, сидит скучный. Зрителей маловато. Щетинина нема, то сидит скучай. Ну, набирайся сил. Печенка должна быть крепкая. Вот, да, откуда вы приехали, это раз. Как сыграли и как вам новая каховка? Откуда приехали первые у нас? Я приехала из Днепра. Я играла с девочкой сборной из Дражни. Сыграли мы неплохо. И нам больше всего нравится ездить в новую каховку, потому что здесь самые классные корты. А, ну, спортивная эти площадки, все класс. А вот сам город, набережная, роднички тут, да, вы бывали? Очень красиво. Оздоровительные. В речке можно покупаться. У нас в родничках больше, потому что там чистейшая вода. Угу. И попить можно, и покупаться можно. Угу. Ну, а часто бывает? Сколько раз уже было? Уже 4 раза. А вы, по-моему, не сказали, откуда приехали? Сказала. А, с Днепра, да. Да, о, извиняюсь. Ну все, удачи вам. Ну вот у нас спортзал-строитель. Дювельник. Это у нас сборная команда, откуда приехала? Суперфинал. А, суперфинал. Я-то не попал в финал, играю здесь. Откуда, ребята? Город Ровно, город Кировоград. О. Там же...